Да, да, сам. Да, давайте, короче, этот Егор и кто еще? Лоя, ты будешь водить? Да. Егор и Лоя водят. СС на них сейчас накинем. На всякий пожарный. Давайте, надо ускоряться, блядь, потому что время поджимает, нахуй. Там дохуя кто умирал, обновляйте бафы, всю хуйню. Не все добежали. Да, вот вам рыба кушать. Егор, можешь только конусом холода водить и все. Ну там все, разобрались, кто будет водить и так далее. Мага кинул. Или он релог? Дисконнект, релогается, наверное. Так, не понимаю. СС кидаешь на Телдрена. У сука кидаешь СС на Лою. Поставьте шкаф, пожалуйста. Извинился. Слева и справа, по идее. Ну, Локи, поставьте шкаф, пожалуйста. Я подожду. Синхронно. Джету, сука. Сука. Там же мобы идут слева и справа решетки, правильно? Да. Да. Просто руки заняты, блин, сорян. Бывает. Перекинь его там в Дискорде, просят. Опять что ли? Ну, ему же выкинуло. Так, это... Добро пожаловать. Добро пожаловать. Welcome. Так. На боссе дох. Соответственно, с этим варом вдвое все правильно. Моба вводят, еще раз повторюсь, Телдрин и Лоя. Телдри на ближней решетке, Лоя на дальней решетке. СС на них кинули? Кинули... сука, ты на кого кидал СС? Кинули два СС на Лоя. Спасибо, что слушаете меня внимательно. Не достали, блядь, не засовывали бананы нахуй в уши перед рейдом, блядь, и все понимаете, что происходит. Я могу просто быть личным хилом Телдрина, он не умрет. Давай. Короче, Егор, повторюсь, на ближней, Артем на дальней, блядь. Все услышали? Даю чек. Все были готовы, дох полетел. Мораль, ты, ну, типа, шаришь. Усмиряющий выстрел, когда нормально. Короче, да. Меняться по 3 стака. Следи за стаками дога. Когда у него будет 3 стака, забираешь с него. Усмиряющий. На нем уже 2 стака, следи. Геру даль... А, Гера нету, ладно. Три стака, забирай. Встань четко во второго танка, чтобы он не крутился лево-право. Что там водители, получается? Угу. Чуть-чуть. Так, пишет истребление через 30 секунд, надо где-то через 35, через 40. Гера будет через 10 секунд. Тайнин не нужна. Секунд через 6 можете сводить трэш. Егор, не умирай там, блядь. Сводите трэш. Вообще идеально.
Все, поехали все в трэш. Далее АУЕ красиво. Моба, моба, а тебя нету, давай, грипни его, ДК, быстрей. Блин. Везде. Так, он сейчас к этим подойдет, приморозьте их там, этот, огнев небес дать. Красиво. Реакция мангуста, блядь, где? Я предлагаю еще, кто играет на сейве, у кого нету тайфуна, хуярить ему ГП, блядь. Согласен. Он есть, блядь, не на панели. А-а-а! Забери с дога босса. Я пытался в книжку залезть, а он, сука, это не кликает. Он есть, просто не на панели, блядь. Это все объясняет. Меня, да, вообще. Давайте, надо добить. Молодцы. Ой, пояс какой сексуальный. Мега. Ебать, 3 токена упало. Нихуя себе, красиво. Не пояс. Ну мне такой не надо, у меня уже 26-й. Так. Вернулись назад чуть-чуть. Вот этого моба, наверное, центрального мы будем бить, да? Подожди. Чеченцу, а то ему что-то вообще. Подожди. У меня такой же есть, не надо, мне такой же есть. У меня это у кого я, блядь, сейчас вообще дома стоял зачем. У Чечена есть, ему не надо, что непонятно. Это ж Максимка, блядь. Максимка, дурачок местный. Я глупый, слышу, что я играю. Да, все спят уже, час капа. Ой, сука, в жижу упал. Дерьмецо? Пиздец. О. Это не дерьмецо, это подлива. Врешка. Бля, взрослые люди, блядь. Моная научились, бля, ебать. Заметку ставлю, добейте череп. Потом будем бить второго. А, я приплаваю, Ну, оно ж свинья грязь сюда найдет, ты ж знаешь? Подъебал. Да-да. Так, ну тут кто из мейнов? Дрилрей. Так, Крис, эти мага. Ну ладно. Давайте так. Первая и третья пати идут налево. Вторая и четвертая идут направо. Направо идет шаман, ДЦ, налево идет Элада и Холипал. Помни по пати, а то я тут раскидывал. Первая, третья налево, вторая, четвертая направо. Ща как ебану. Ну хил, ну что? Обычно нет. Так, дох, ты справа, правильно? Правильно. Чекните там этот. Я так понимаю, что по креветке надо хоть какие-то бафы дать, то хлопец вроде прилег там. Отдохнул хоть по ноге. Ну да. На щепов. Красавчик. Идите, по-моему. Чекаю. Все были готовы, поехали танки. У вас там справа на пула нету, проебал момент. Так что там аккуратно, дайте ему набрать агро. АДК сказали налево идти, да?
Первая, третья налево. Вторая, четвертая направо. Рейдфреймы видно, не? ДК во второй. Ну, он должен быть справа. Что не получилось? Что-то я где-то проебал. Справа, надо слева стопнуть. Справа. Надо ДК прям сейчас бежать туда. Думаешь? Да, ДК. Или нет? Чё стал? А вот так вот, как Иисус, нахуй, по воде. Ну хули, ну я побегу тогда, ребята, блядь. 30-50%. Не надо никуда бежать, я шучу, блядь, нахуй. Стопните просто тут с левой стороны автоатакой, бейте, блядь. 20%. Бейте автоатакой слева и все. Вы, блядь. Я хуею, блядь. Что? Что это сильно нахуй было, блядь. Так, у нас 20%. Там 26. 17, 23. Пока не бьем еще. Можно. Работаем. Думаю, все сил. Метки стоят возле босса, красная и синяя, блядь. Соответственно, ваш цвет дебафа, блядь, который будет, надо стоять там. Андрюш, если ты вайпнешь рейд, блядь, мы тебя кикнем из гильдии, блядь. Еще от босса стойте на рейнже, то есть прям под него не вставайте. То есть за меткой немного стоим. Плюсики в синюю, минусики в красную. Стали все в свои метки, кто там с какой стороны стоит, кто в синюю, кто в красную, блядь, все. И ждите смены полярности. Смотрите, сейчас будет цвет дебафа, стоит цвет, соответственно, на полу. Плюс это синяя, минус это красная. Хорош, кто нахуй? Это, дальше встаньте, не под босса, а дальше, за метку. За метку, надо... чуть-чуть, подожди, у него надо, фрейм надо, большой. Надо надорезать, он ДПС. Я бэрную. Куда ты его бэришь, блин? Его надо выходить бэрить. Нахуя его бэрить? Не вставай. Нахуя вы его бэрили? Вопрос. Двиг полярности, смотрите внимательно. Минус, перебежали, блядь. Так он же дамажит. Ну и что? Да, его неправильно бэрили. Мертвый, блядь, не дамажит. Ты не обратил внимания? Поставьте тотем шамана, я Абрагим дам. Давайте. Я вас верю. Сдвиг полярности, следим. Бежу, я побежал. Перебегайте, перебегайте под ногами. У него не надо бегать там, блядь, круги наебывать слева и справа. Там можете повернуть в синюю, там стоит в синюю, там. Геру дайте, домашнюю. Протеус, блядь, ну кому я сейчас говорю? Да ему похуй, блядь. Сдвиг полярности, смотрите внимательно. Да я протез красавчик, чё, там доебались. Да, конечно, просишь босса развернуть, блядь. Уезд 2. Ну что, он не в дисе, блядь? Да, но он старается, хотя бы я и вижу. Как это не в дисе, блядь? Ну у него бывает, вылетает. Походу с телефона. Сдвиг полярности, смотрим. Сдвиг полярности. Андрюха, что не получилось? Не знаю. Ошибка произошла. Эррор. Я вижу, у тебя был минус, а ты стоишь возле плюса, вот что не получилось. Сдвиг полярность.
Дайте Эйнер пошу под лица. Я отдам. Сдвиг. Прибейте под ногами, все похуй, бля, бегал по дуге, блядь. Если кто-то из вас знал, что такое дуга, блядь, это было похуенно. Да, да. Ага. Я прослушал, у меня малой отходил, что там было. Не, она говорит, мы любим бегать по дуге. Я говорю, если бы вы знали, что такое дуга, блядь. Если бы ты любил бегать по дуге, ты бы услышал стук в дверь, сказал, и там говорили, ребята, откройте это СБУ, ебать. Перебежали. Ой-ой-ой, посыпались, посыпались. Ебанёшься, блин. Иннер под АЦ, ага, вижу, то там далее. Петя ждал Иннера. Так, блядь, я сохну. Так, кто, можно, наверное, бэрить будем, да? Тебе скинуть за хил, но... Да, я вижу. Дэн, выскочи, резнее ладу. Стрих. Не втыкайте с метками, ребята, тут осталась хуйня. Сдвиг. Берса, прожмись, бабл кто-нибудь дать, я это, таун. Ты там 145 тысяч. Прожал бабл, прожал. Я дал зубы. 3 секунды. Сейчас ебанем. 145 тысяч, это лям там, блядь. Бейте, бейте, бейте. Дотайте его. Сука, походу нет. Да, пизда, блядь. Бейте, бейте, на макс ринже, кайте, кто-то кайте. Ебать, 300к, блядь. Да, конечно, давай, печально. Давай, давай. Я просто не понял, как креветка сдох с подхода, блядь, и друид нахуй. Ну нахуй. Пизда, что пишешь, я хуею. Надеюсь, все поняли. Я надеюсь, все поняли, как бегать надо, он все выделся. Блядь, уёбки, блядь, бьют еще на входе. Блядь, тут еще 2 часа нахуй бежать, и я ебу, блядь. А Дельрей, вот разве не было видно, как люди сейчас бегали? То есть вот ты лежал и чем ты занимался? Ну, вот так и бегаешь. Когда на тебе красный дебаф, ты в красную метку встаешь, когда синенький дебаф, ты в синенькую метку встаешь, как все. А вначале к боссу вообще не подходишь, пока танки не возьмут босса, ты как, блин, даже рядом стоять не должен, потому что тебе похлебало сразу. И в хвост, и в гриву, как говорится, надают. Объективно, блядь, ДПС вообще нахуй нету, блядь. Не, нормально. Ну, Владхиба убили, значит, ДПС есть. Ну, я просто смотрю, блядь, ну, ладно, там Андрюха, он голый босс и без волос, блядь. Хант 6, ШП, блядь, 6800, блядь. Вот десятку 3 человека нахуй дают, пиздец. Так Хант, это символ без ничего особого. И ВП-то нету. Разобраться. Че, кто там говорил 1.5 часа? Ну, по факту, мы могли убить Тайдерса, блядь, 15 минут убить, блядь, паука. Помогите, кто сказал. Протеус не из гильдии, да?
Алло, те, кто сварили, сзади убейте. Не бегите дальше, блядь. Моба тут, изрыгателя, блядь. Не бегите дальше, давайте убьем. Да моба, блядь. Да нахуй сдохните к ебаной матери, блядь. Еще мобов, блядь, бить. У него тут 100 тысяч. 400. Да уже пиздец, уже 100 тысяч. Братья, хильни, я сейчас сдохну тут в трубе, блядь, шаман. Спасибо. Лоха беспонтового, который, блядь, дает не ебаться количество ДПС, блядь, не можем убить, блядь. Позорище, нахуй. Комбэн. Даете его, дамажите, душите его. Давайте, ребят, соберитесь, блядь. Вайпаться не обязательно. ДК, ты помнишь, куда тебе идти? Да, я понял. Налево? Док, ты что-то путаешь. Я понял. Блять, почему я жру кого? Эфарину, я понять не могу. То есть какую-то дрянейку сжираю. Хоть не говно. Лок, кидай шкаф. Так, быстрее будет. Это, Слипкот, ты сейчас объясни Вару, если что, если в разных метках танки будут стоять, чтобы он стаунтил, когда там надо будет повернуть спиной босса. Сумоньте людей быстрее. Сашка, куда ты побежал? Так может два танка будут с одной и той самой меткой? Ну я говорю, может быть. Когда нет, тогда надо, блядь, таунтить так, чтобы в спину люди били. Да, еще да. Неизвестно, где Слипкот стоит. Сумоньте всех, кого сумо надо, плюсик ставьте, быстрее будет. По сути, кроме него, тут остальным похуй. Только коту надо спину. Да ну как бы не похуй, въебало бить или в спину, блядь. Промахи ну, будут так-то или да. Нет? Ну у кота там только в спину вот это полоснуть. Он вообще все теряет, весь ДПС, блядь. Ну у меня только, блядь, только автоатаки на миссовали. Это нормально, блядь. Кого еще с умом надо? Все здесь. Шумбаф, поехали. Давайте, мазбафы. Пристабаф, лапа, каски, кулаки, кресты, вся залупа. Летим быстрей. ДК. Ай. Смотри, вот мышка у тебя в правой руке. Тебе в ту же сторону, понял? Направо, блядь. Ага. Альфа тоже направо, иди на пулиш там. Первая, третья слева, вторая, четвертая справа. Блять, кто-то в говно упал. Ёпперс, блять. Беги в сторону наставлю. Да не сюда, на. Да не туда, блять. Да, блять, куда? Да не туда, параллельно мне беги, блять, и на мост. Ёп. Дайте каску по роге, запакуй всех, и по ханту кулак. Че им по 5 по ханту тоже киньте. Ебануться, господи. Сейчас, подожди, я малому тут мультики включу. Тут и так мультики нормально. Возле монитора посади. Нормальное кино, блядь. Бля, по-моему, порно запрещено, нахуй, еще один. Типа, для детей. Да ему там года 2-3, он вообще не понимает, что происходит. Как и мы. О, я тут. Красть тебе подтянется. Поехали. Мне кажется, даже он поймет, что плюс это, блядь, синий, нахуй, а минус это красный. Да тебе Вов не играл лет 10, нахуй, блядь. Андрюха, ты с желтой печатью?
Что там по процентам? Справа на 10% опережает. Ну, правильно, ДК жди. И хант. Туда ДК и хант пошел. ДК, беги обратно. Стопните там справа, автоатакой побейте. Чтоб печать не терять и всякую фигню. Просто автоатакой бейте. Юзайте. У сука можешь покурить пока. Сейчас мы до 27 доведут и включаемся. Все, поехали. Рано, стопните еще. А, они все бурсты поражают. Да я покурю. Я бить не буду. Все, поехали. Поехали. Блять, Андрюша, ЮПРСТ, блять. Побеги туда, блять, сначала, блять, в бабу нажми. Тали, подметки, стоим, смотрим. Войт, отойди, близко стоит. Сдвиг полярности, смотри внимательно. Геру даю. Сейчас все станут, стаки прилетят. Гера. Тео, сагри на себя, пожалуйста. Только паладин, не беги в метки, встань, жди, жди, жди метку. Ебать, что, блядь? Ты уже стоять за меткой, а ты в метке стоишь. БР, дайте в хау. Сдвиг полярности. БР, ну, не надо тут. Да я долбоёб. Да не бегайте вы через сторону под боссом, пожалуйста. Не выбегайте, блядь, ну что вы делаете, ну? Ну ебанутый вообще нахуй или что, блядь? Нахуй вы бегаете через... Сука, лицо. Под ногами, блядь, пробегать! Под ногами, блядь! Всем слышно, нет? Да. По дуге, блядь, похуярил. Сдвиг! Ай, блядь. Ну, Кирюх, проси, пожалуйста. Блядь, холипал, что опять, блядь? БР дайте ему. Я ему дам. Вылетел. Так он вылетел, да. Потейте. Сдвиг. Перебежали, у кого поменялось. Нельзя умирать. Сдох. Просто его забери на себя, пожалуйста. Сдвиг. Так, Эйфорина, давай на темп. Ставь. Двигим. Да. Куда оно? Сдвиг. Давайте не в метку, а за метку. Максимальный рейндж от босса. Сдвиг. Знание, Эйнер, пожалуйста.
Сдвиг. Сдвиг. Бог, забери на себя, пожалуйста. Сдвиг. Сдвиг. Отошли все, кто с, сидит, блядь, с минусом, блядь, от плюса. Ну, смотри, десярик, блядь, да, заебись. 10600, блядь, нахуй, на роге, ебать, на голом, нахуй. Голый, блядь, конечно, 214 голый, рога, блядь. Так, а что, ну, блядь, для комбата, блядь, главное пробивание, вон нахуй нет. Плюсы, уйдите в сторону синей метки, от красной метки отойдите все минусы, блядь, дайте. Так что, пускай подождать, блядь, 30 секунд, пускай слетит вся хуйня. У кого, блядь, вы рядом с порталом, съебайтесь в портал. Кто сдох? ДЦ-шники там. Ну, не могу. Ше ульта, окей. Такие ноги на РТК или на АДК. Ну, на АДК, наверное, больше. Вискант, ГЦ. И вот это дичь.